Сожаление по поводу случившегося студенту Российского международного олимпийского университета, уроженцу Нигерии и свидетелю инцидента на карнавале выразили глава города Анатолий Пахомов и его заместители. Будущего спортивного журналиста заверили сам карнавал и актеры в национальных одеждах стран, сборные которых сыграют в Сочи в матче Кубка Конфедерации по футболу, были демонстрацией гостеприимства. Хочу заверить вас. May I assure you? Мы всегда были, есть и будем самым безопасным городом. Самым гостеприимным. Это в крови наших жителей. На встрече сошлись на том, что произошло попросту недоразумение. Актеры на карнавале и не подозревали, что их наряды болельщиков из Камеруна со связкой бананов кого-то заденут. Гость из Нигерии, в свою очередь, предложил идею внедрять специальные образовательные программы и разъяснять жителям, что некоторые символы или костюмы могут оскорбить представителей той или иной народности. Я напишу о встрече с вами и донесу свои ощущения и вашу открытость и честность. И о том, как я разговаривал с друзьями, и никто не знал о том, что этот символ может быть негативным. Завершилась встреча дружественным рукопожатием и подарком. Я хочу вам подарить книгу о Сочи. На английском языке. Вот. И вы как раз покажете. Обязательно приедете. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.